Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами. Два борца. Индийская притча. Когда мастер Сант-Кирпал Сингджи жил в Лахоре, теперь это Пакистан, на берегу реки Рави, обычно он уходил на берег реки и медитировал всю ночь. Другой борец, отправленный своим отцом в зимние ночи тренировать тело физическими упражнениями, тоже оказался там. Итак, два борца находились рядом бок о бок, и каждый выполнял свои упражнения. Один готовился стать духовным борцом, а другой – физическим. Оба были неизвестны никому. Никто не знал ничего об их положении, об их тяжелом труде и прилагаемых усилиях во время тех ночей. Они оставались на холоде в тот зимний сезон без какой-либо одежды, проводя ночь за ночью. После 4-5 лет борец по физической борьбе был полностью готов. Он вышел на арену бороться, чтобы показать себя миру. Люди превозносили его, говоря, что он великий борец. Но никто не знал, как он стал таким борцом, как много тяжелого труда и усилий было затрачено, какие наставления и условия были выполнены, чтобы достичь такого успеха. Подобным образом обстоят дела со святыми, когда они приходят в этот мир. Их превозносят, но никто не выясняет, как они стали такими. Ну, вот такая притча, индийская притча. Она называется «Два борца». Пока-пока, до свидания.